В Люберцах провели образовательный форум «Школа грамотного потребителя». Участниками стали представители власти, руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, жители округа. Какие вопросы обсудили, узнали мои коллеги. «Школа грамотного потребителя» – партийный проект «Единой России», который реализуется в регионе с 2014 года. Его основная задача – помочь жителям найти ответы на вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и научить правильно взаимодействовать с управляющими компаниями. Форум инициировали люберецкие депутаты. Мы, как депутаты, должны в первую очередь слышать людей, общаться с ними в режиме диалога. Поэтому мы организуем такие мероприятия, которые позволяют задать вопрос жителям в сторону администрации. Администрация, соответственно, какой-то ответ на это. Дать какой-то комментарий для того, чтобы жители всегда были в курсе всех обновлений, которые происходят в городском округе Люберцы, обновлений в нормативно-правовой базе, на правовых актах. Жителям рассказали, как снизить расходы на общедомовые нужды, напомнили правила корректировки платы за отопление, рассказали о важности установки сигнализаторов контроля загазованности в квартирах. По итогам работы форума есть результаты. Мы видим с каждым годом все больше и больше грамотных собственников. Видим, что мы научили разбираться граждан в правах и в обязанностях. Прежде всего, мы снизили объем жалоб граждан на управляющие организации. Жители знают, что им можно не обязательно писать сразу жалобу там губернатору или еще куда-то. Можно сначала обратиться в свою управляющую компанию. Если ты свои права знаешь, то ты знаешь, что от этой управляющей компании можно требовать и просить. И, соответственно, меньше возникает каких-то сложных вопросов, и все быстро решается. Образовательные форумы «Школы грамотного потребителя» будут проводить регулярно. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.